Всем доброго времени суток, вы на канале HardResetInfo. Это телефон Redmi Note 9, и сейчас я вам покажу, как стереть учетные данные с данного устройства. Переходим в настройки, после этого выбираем опцию пароль и безопасность, затем переходим в конфиденциальность и выбираем шифрование и учетные данные. После этого выбираем очистить учетные данные. Нажимаем ОК и вводим графический ключ. И, как вы видите, хранилище учетных данных очищено. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.